на канале Лиза Стар, и с вами я, Лиза, и мой котенок Черныш. Такой миленький. Ну а сегодня пойдет речь о том, то, что будет изменение на канале. Я заказала аватарку на YouTube, поэтому скоро она придет и будет очень красиво. Вторая новость. Вчера я выпустила видео, то, что у нас уже 30. Сегодня зашла в YouTube после школы. И как вы думаете, нас уже 35, а на 35 я обещала показать себя. Ну вот это я, всем привет. И если вы захотите видеть меня в кадре всегда, то пишите в комментариях, то есть пишите «Лиза, снимайся в кадре», то тогда следующее видео выйдет со мной. Вот. И третья новость, это новость будет называться «Привет». То есть, если вы захотите, чтобы я передала вам привет, то пишите под этим тоже видео. Передай привет и там кому. Например, передай привет там Карине Смайл. Карина Смайл, тебе привет. Или там передай привет Даханяха. Тоже я передам привет видео. Поэтому пишите в комментариях приветы и пишите, стоит ли мне появляться в кадре или лучше не стоит. Ну, а с вами была я, Лиза. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. А с вами была Лиза. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.